Ну а в Мирнинском районе показатель рождаемости уже несколько лет стабильно растет. В 2015-м в Алмазном крае родилось 1050 малышей. А только в новогодние каникулы радостные события отметили сразу в 14 семьях. Августа Степанова встретилась с теми, кто получил самый дорогой подарок в новом году. Рекордов в Мирнинском родильном доме не ставили, но, тем не менее, за новогодние каникулы здесь родились 14 малышей, 5 девочек и 9 мальчиков. Сейчас у нас родилась девочка, вес 3,760, 53 сантиметра, чувствует себя мама и ребеночек очень хорошо. Где-то через 4-5 дней пойдут домой. Вообще к нам, конечно, приходит много женщин. Много уезжает, но много и приходит. То есть вот за прошлый год мы родили 755 женщин. Бесценным подарком называют маленькую Анастасию Ольга Андросова. Имя для дочки выбрала заранее. У молодой мамы есть все основания для хорошего настроения. Всем желаю это почувствовать. Это очень замечательно. Своего первенца Анна решила назвать Никитой. Мама нисколько не грустит, что старый Новый год придется встречать в палате родильного отделения. Как я могу жалеть? Нет, ни в коем случае. Ничего страшного в этом нет. Праздник. Ну, у меня сейчас другие праздники. По словам врачей, счастливых родителей с каждым годом становится все больше. Первенца 2016-го здесь дождались 2 января. А 14-й новогодний ребенок появился на свет в последние праздничные выходные.